Александра. Его реализация и исполнение, потому что можно навредить очень сильно себе и испортить пропорции. А можно наоборот купальником убрать недостатки, подчеркнуть достоинства. Поэтому все по-разному. Но вот розовый купальник, с одной стороны, очень сложный цвет, да, для восприятия. С другой стороны, девушке он идет. Мне нравится, как она в нем выглядит. И достаточно. Хотя очень просто, да, без камней. Но здесь нет никаких правил, никаких ограничений. Девушка должна быть красивая, поэтому купальник, формат купальника, структура, это на выбор спортсменки. Он должен быть закрытый, должна быть на две трети закрыта спина и закрыт пресс. Закрыт живот. Да, да. Ну, здесь нету пресса, но здесь мы его не видим вообще нигде, здесь нет купальников раздельных, поэтому... Пожалуйста, на центр сцены. Две девушки в синих купальниках. 553 номер, Василенко Дарья, до этого была Подзорова Алфия. Обе спортсменки представляют Санкт-Петербург. Номер 554, Кирзон Зоя, Нижегородская область. Прошу. Ну, если говорить про судейство и про пятерки, пока вот, наверное, Даша Василенко выделяется. Ну, опять же, 25 участниц. Вот из той пятерки, шестерки, которую мы просмотрели, наверное, я бы ее пока взяла в пятерку. Дальше посмотрим. 54 номер, Кирзон Зоя, Нижегородская область. Ефимова. Мария. Выполняет дефиле. Следующая участница номер 555, Ефимова Мария, Санкт-Петербург. Номер 556, Соколов Евгения, пожалуйста. Участница из Санкт-Петербурга, занимает центр сцены. Да. 556, сейчас посменка, Соколова Евгения, Санкт-Петербург. Категория у нас абсолютная, поэтому нет разделения по росту участниц. Магдиева Ирина, Ивановская область. Ивановская область, следующая спортсменка Магдиева Ирина, номер 557. Номер 558. 558, следующий участник. Пожалуйста, с Шуктомова Марина, Санкт-Петербург. Я тебе не могу сказать, вырос или нет, я знаю, что вот он такой, хорошо, что их много, да, 25 человек. Так, это 560, Цибульская Анастасия, Тюменская область сейчас на сцене с группой поддержки, которую очень хорошо слышно. Номер 561, Данишевская Диана, Новосибирская область, пожалуйста.
теряется на баннере, потому что очень много спонсоров. Номер и вот 567, Алексей Вакарина, Московская область. Пожалуйста, начинайте движение. Перед нами был 565 номер Константа Виктория, Краснодарский край. И 566 на сцене Джуганова Инна, Московская область. Тоже интересный купальник, черный с красным, смотрится очень неплохо. 567 номер Алексеева Карина, Московская область. Номер 568, Горелюк Ирина, Республика Крым. Хороший образ. Следующая участница Борелюк Ирина, Республика Крым, номер 568. Мне кажется, тут у девочек осуществилась просто мечта, да? Вот кто куклы Барби вот играл все детство. Номер 569, пожалуйста. И наконец-то можно сшить розовый купальник. Да. 568 заканчивает свое... свои презентации. И следующая участница у нас номер 569, Заболотникова Мария, чемпионка, победительница Кубка Москвы. Девушки будут сравнены по порядку номеров в пятерках. Мне кажется, я понял, задача судей сейчас расставить девчонок по местам с 1 по 25.
задача, которая стоит. Этим поаплодируем, я имею в виду нашим судьям, за их хороший вкус и лидерам, конечно, тоже. Немножко пугают крики болельщиков, девушка, посмотрим, надо как работать. Все это будет. Что ну, вот так. Красиво, дорогие зрители, давай, у вас работай. Есть возможность тоже себя проверить, угадали вы, не угадали. Улыбайтесь, очаровывайте это... судей. Топ-5. Поворот необычно, направо. Да, на лицо очень красивая, согласна. Знаешь, я ее, да, не очень заметила в дефиле, а вот сейчас давайте, она стоит прям такая этим, давайте их будем аккуратненькая, да, лицо очень необычное. Ну вот у нее как раз гармонично очень лицо, цвет помады, тени, все выложится под купальник. Значит, несмотря на необычный цвет, купальник сидит хорошо. То есть он как раз подчеркивает направо. Фигуру, да, а не скрывает. Радует, что она все-таки нашла. Включи интеллект, улыбайся. Радует, что все-таки она нашла такой свой цвет, оттенок. Фронтальная позиция. И лицом очень судим. Гармонично смотрится. Сложно сказать, что тут будет. Ну, я не меняю свое мнение. Я думаю, что здесь чемпионка 553 из этой пятерки, которая стоит у нас перед нами, шестерки.
Ну а дальше посмотрим. Да, вы, зрители, можете тоже проверить себя, выбрать чемпионку и написать, кто, по вашему мнению, в этом раунде лучший. Знаете, такая раньше игра была, нужно было двигать цифры. И после второго раунда мы с вами проверим, насколько совпали наши прогнозы с выбором судей. Но они, кстати, в платьях смотрятся, знаешь, совсем по-другому. Да, да, да. Очень прям меняется, и кто-то может, наоборот, ухудшить ситуацию. Пожалуйста, вас не удивите. Кто-то, наоборот, выигрышно смотрится. Очень приятно, что абсолютно... Наконец-то. Я хотел поставить первое буквально сравнение. Да, у нее шикарно.
расстраиваются, это конкурс. И тут сегодня ты где-то в серединке, завтра ты где-то в начале. Да, да, где-то не увидели, где-то не знаю. Судьи лучше разглядят конкурсанток. Ну, я могу сказать, что все девушки, которые вышли вот сейчас, 560 из них была бы лучшей. Ну, опять же, это мое мнение. Вы можете высказывать свое. Можем с вами сравнение. Пообщаться на эту тему, почему нет. Как-то что-то динамики какой-то не хватает в этом конкурсе, да? Что-то какой-то творческой составляющей. Хочется что-то вот добавить, нет? Может, что-то попросить, чтобы что-нибудь приготовили вкусненького. Или сплясали, не знаю. Поворот направо. Еще одно сравнение, 4 поворота направо. Или все нормально? Давайте поаплодируем. Если все нравится, давайте будем их поддерживать. Поворот спиной. Судим. Да, то зал как-то совсем замер, так. Мне кажется, они. Или они не понимают, что это за категория, и как на это вообще реагировать, и что делать в этой ситуации. Вот еще, и потом после этого останется еще одно последнее сравнение. Поворот 5 девушек. Судим. И на этом закончится раунд первый. Купальника. Девушки спасибо. Пойдут переодеваться и пожалуйста, смещайтесь на диагональ. В следующем раунде мы их увидим в платье. На другую диагональ, а то у нас диагонали закончились. Ну много, я привет, очень рада, что так много девчонок, 25 человек. У меня на турнире моем было в этот раз 15, по-моему, участниц. Ну, я думаю, что скоро мы тоже увидим многочисленные категории. Главное, чтобы эта категория не начала делиться на ростовые. Вот я про это и говорю, кстати. Они красивые, но они красивые пока не абсолютно. Я надеюсь, в перспективе мы не будем тоже наблюдать 8, потому что это будет просто. Потому что бикини у нас в этом году, как мы вчера уже говорили, 8 категорий введены. Новые категории 158, 162 и 164. Раньше было 160 и 163. Пожалуйста, поэтому посмотрим, что будет у фит-модели. Но просто если мы видим фит-модели еще и ростовые категории, у нас просто соревнования начнут растягиваться на 2-3 дня. Это региональное. А если это чемпионат России, он сейчас идет ровно 3 дня полных. Ну, нам придется тогда на неделю приезжать. На линию, пожалуйста, проходите на одну линию, все участницы, все элементы. Итак, закончено сравнение, мы видим всех участниц, они выходят в одну линию. Для нас, для судей еще очевидно, в одну линию, да, мы строим их в одну линию, да, конечно. Все участницы, у судей есть возможность еще раз проверить номера, проверить соответствие отметок в протоколах. Тому, что они видят на сцене, уточнить свои оценки, потому что задача студии расставить с 1 по 25 место. Задача непростая. Ну вот сейчас мы видим всех в линию. У меня не меняется приоритет, я по-прежнему думаю, что вот лидер. Я думаю, если бы эта номинация была бы в Мурманске, да? Мне кажется, вот девушки 553. 550 и 551 лица хорошие очень тоже. Так да, приятно да. Свежести таки. В теплом солнечном Краснодаре вполне уместно. Окей, ну что ж, категории фитнес-модель, впервые в Краснодаре, на Кубке России, девушки проходят за кулисы, и мы увидим их во втором раунде, в раунде вечерних платьев, и такой еще выход у нас будет, и ситуация может кардинально измениться в оценках судей, поэтому даже если сейчас ваши оценки будут такими, а не другими, то... Заканчивает свое выступление категория фит-модель, дальше у нас будут фитнес-мужчины. Сказать, что эта участница мне понравилась больше. Я буду судить категорию фитнес-мужчины. Как вот тут разобраться во вкусах и пристрастиях судей. Аплодисменты, аплодисменты девушкам. Здорово. Мне вот интересно, это был конкурс миссис-модель? Или, то есть они замужние девушки или наоборот? Какая разница? Согласен. Нет, ну как какая разница? Тут мужья в зале сидят или женихи? Мне кажется, и есть разница. Ну ладно, продолжаем наше соревнование. Категория фитнес-мужчины, абсолютная категория. Судейская бригада. Фитнес-мужчины, абсолютная категория. Цирюлик Николай, Стаценко, Ивета, Кудряшов Сергей, Волоси Татьяна, Гвозденко Артем, Бубликов Константин, Проскурякова Наталья, Пашкин Сергей, Сыроватский Александр. Вот в таком составе судьи занимают рабочие столы. Цирюглик Николай представляет Республику Крым, судья под номером 1. Под номером 2 Стаценко Ивета, судья из Москвы, абсолютная чемпионка мира.
по фитнесу. Судья под номером 3 Кудряшов Сергей, судья международной категории Приморский край. Судья под номером 4 Волоси Татьяна, Красноярский край. Судья всероссийской категории. Под номером 5 Гвозденко Артем, Ставропольский край, судья международной категории. Под номером 6 Бубликов Константин, судья, представляющий Санкт-Петербург, всероссийская категория. Под номером 7 Проскурякова Наталья, заслуженный мастер спорта и судья международной категории из Тюмени. Под номером 8 Пашкин Сергей, президент Федерации Омской области и судья международной категории. Под номером 9 Сыроватский Александр, Иркутская область, всероссийская категория. Ну что ж, судьи представлены. И участник уже на сцене. Давайте его попросим.